Худрук театра «Русский стиль» Валерий Симоненко стал еще более титулованным. Ему вручили медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Как признался сам Симоненко, такая награда стала для него большим сюрпризом и гордостью. Оттого хранит он ее только дома. Она дается за работу. Нашему театру через несколько месяцев мы входим в 20-й театральный сезон. Я думаю, что этот какой-то скромный труд отмечен именно вот этой наградой. Это далеко не первая награда художественного руководителя театра, но одна из самых почетных, признается режиссер с 20-летним стажем.